Друзья, вот выехали на тросокоп немножко пособирать на часок. Вот идем, короче, заметили один тросик. Сейчас будем его копать. Не знаю, какой он, глубокий, не глубокий. В общем, вот он тут идет. И надо его попробовать достать. В общем, буду доставать, потом покажу, что получилось. Друзья, ну вот он, выкопал я его. Вот такой малюсенький оказался. Уже перегнил, походу, где-то. Или просто что-то по последнего кусочка нету. Думал, может, кусок будет где-то. Что-то нет ничего. Ну ладно, поеду дальше. А, друзья, ну вот, подъехали. Смотрим, какая-то арматурина такая. Балка лежит. Вот сейчас попробую ее копать. Дернул я ее. Увесистая такая штука. Вот все. Буду грузить. И поеду дальше. Хорошая штукенция. Все. Друзья, вот я достал ее. Тяжелистая. Такая арматурина. Перекрытие, видать. Ну и обратно землю забросил, чтобы не было ямок. Друзья, ну вот мы нашел еще один подопытного. Сейчас попробую его копануть. Вот он тут идет. В общем, такая фигня, такая петрушка. Вот мы нашли за полчаса. То есть балка, один тросик небольшой и вот этот. Вот. Погода что-то портится, да и уже настроение как-то особо что-то пока собирать нету. Наверное, будем закругляться. Вот. Прохладно становится. Поедем, наверное, домой. Ну и этому рады. За полчаса как бы нашли вот. Ну сколько, балка там, наверное, килограмм 30, наверное, да? Будет 200. Ну, и, в общем, 30 килограмм нашли, полчаса. И пойдет нормально. Завтра, может, еще вырвемся. Заодно прогулялись, как говорится. Вот, что-то для себя подметили новое. В общем, таким макаром мы едем домой. Все, до скорых встреч. Вот, ребята, еще прошел немного посмотреть. И вот нашел такой тоже оборванный, дернул, а он и выдернулся, как говорится. Там вот фичка. Видать, раньше, может, лодка была какая-то привязана, так она вся уже все оборванная.
пошло. Килограмм 10, наверное, есть. 7 точно. Так что вот так. Иду дальше. Друзья, ну вот мы пришли на весы. На весы. Как вы видите, 25 килограмм. Так, и трос, который мы уже сейчас я снял, тросик, он тот тросик у нас, получился сколько? 10 килограмм, короче, 10 с копейками. То есть, сами видите, 35 килограмм у нас получилось. Буквально там за сколько? За минус 40, наверное, мы походили в охоточку и набрали. То есть, в принципе, мы рады. Вот такой у нас тросокоп получился. Так что в следующий раз, если поедем, обязательно тоже будем снимать. Всем до скорых встреч. Пока.